Новым руководителем Гостехнадзора стал Сергей Визовский. Ранее он занимал должность начальника управления делами администрации главы Чувашии, а до этого директор автобазы. Сергей Визовский поблагодарил за оказанное доверие и отметил, что опыт работы в транспортной сфере помогут на новом посту. С учетом того, что впереди у нас весенние полевые работы, думаю, совместно с Минсельхозом, с главами администрации, руководителем сельхозпредприятий, достойно с честью выполним обязанности, возложенные на руководителя и инспекцию.